Здравствуйте, я Козлова Юлия Михайловна, учитель географии и химии школы номер 10 города Кировска. И сегодня мы с вами посадим свеклу. Я не оговорилась, свеклу мы именно посадим, потому что уже 6 июня и сеять ее поздно. В этом году поздняя весна. Вообще-то нормально, мы же на севере живем. Что значит посадим? Это значит, что до этого мы получили рассаду свеклы, вырастили ее. А сегодня в землю посадим уже подросшие растения. Если свеклу высаживать рассадой, сеять ее надо в конце апреля, когда у нас еще сугробы. Но в это время уже почти полярный день. И подойдет для того, чтобы вырастить рассаду, поликарбонатная теплица. То есть туда посеяли свеклу, накрыли ее нетканым укрывным материалом. И, в общем-то, заморозки она переживет, потому что день уже длинный, теплица прогревается, темное время совсем коротенькое, и, в общем-то, заморозки уже не страшны. Но если нет поликарбонатной теплицы, или апрель выдался слишком холодный, подойдет балконы и лоджии. Рассада получается вот такая вот. Ну, она тут немножко подвяла, потому что я ее вчера вытащила. Но это не страшно. Когда мы ее посадим, все будет хорошо. Но для этого надо подготовить поле. Стоп. Как мы будем готовить поле? Очень просто. Под рассаду надо сделать в земле отверстие. Сейчас я покажу, как это делается. Начнем. Для этого нам понадобится колышек или какая-нибудь палка. Втыкаем ее в землю и просто делаем отверстие. Глубина произвольная. Все равно потом мы ее засыпем. На расстоянии 15-20 сантиметров делаем второе отверстие. И так, пока не разметим все поле. После того, как мы таким образом разметили все поле, мы берем рассаду и раскладываем по одной штуке около каждого растения, в каждое отверстие. Но смотрите, чтобы растения туда не нырнули. Еще кое-что о поливе. Вода ни в коем случае не должна быть холодной. Лучше, если она будет комнатной температуры. Поэтому за день до того, как будете что-то высаживать, не поленитесь. Наберите несколько ведер воды и оставьте их в домике, если есть, или в поликарбонатной теплице. Там она нагреется, и вы будете поливать относительно теплой воды. Сегодня мы посадили свеклу. На этом наше видео закончено. В следующем ролике, как рассадой вырастить салат.
А пока я с вами прощаюсь, ставьте пальцы вверх или вниз. Пишите комментарии. До новых встреч!